Быть внимательнее, осторожнее и не начинать долгосрочные дела. С 26 ноября начинается третий в этом году ретроградный Меркурий. Это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении. На самом деле Меркурий просто снижает свою стремительную скорость, из-за чего кажется, что он повернул вспять. Каждый ретроградный Меркурий отличается силой и сферой влияния. Этот Меркурий у нас будет связан со сферой обучения, образования, юридической сферы, то есть все, что вы откладывали, возможно, там подать куда-то заявление или, может быть, там лишить лицензии или, наоборот, ее получить, дополучить. То есть это не первое, как правило, должно быть обращение, а скорее вот то, что вы забыли когда-то, что надо доделать. И очень классный период для пересдачи экзаменов, зачетов, водительское удостоверение, может быть, получить или там категорию новую открыть. Также Екатерина советует избегать первичного обращения к специалистам, не покупать новую технику, хотя починкой заняться можно. Есть риск при обучении чему-то новому не довести дело до конца, но заниматься краткосрочными проектами стоит. Будьте внимательны, в периоды ретроградного Меркурия, когда снижается концентрация и критическое мышление, часто активизируются мошенники. В период ретро-Меркурия переспрашивать, уточнять, перечитывать. Очень важно пересматривать, то есть читать мелкий шрифт, очень внимательно относиться к предложениям новым. Самарцы в непростой период настроены запастись оптимизмом. Сильно меняется настроение, люди себя очень странно начинают вести. Я стараюсь дома сидеть в такое время. Нет, но мне кажется, что все равно погодные условия, природные явления на человека влияют. Сконцентрироваться как-то, успокоиться и жить дальше. Наверное, как-то вот все идет так, как должно быть. Третий в этом году ретроградный Меркурий продлится до 15 декабря. В его последнюю неделю добавится еще и ретроградный Марс – время повышенной агрессивности. В этот период астропсихолог Екатерина Бусыгина советует заниматься спортом и не идти на риск, особенно в период с 7 декабря до 24 февраля. Виктория Шаре, Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.